Буэнос диас, перцы. Я один раз свернул заряд ваш экран, а это значит, что сегодня мы снова будем раскатывать в блин ментов в НФСМВ. Поэтому усаживайтесь поудобнее, берите свои ништячки и делайте громче. Сегодня будет достаточно мяса. Достаточно мяса. Попробуем проездить просто полчаса. Особо не обращая внимания на статусы, ранги и тому подобное. Мне просто надо закончить 4 пари, докатать полчасика и съебаться в закат. Статус 3? Чего, блядь? Дайте мне статус 5, пидорасы. Блядь, он тупой или где? Ебать, они тупорылые. Сука. Начинайте прямо сейчас. Диспетчер, вас понял. Это Чарли 3. Со мной четверо. Выставили заграждение к северо-востоку от последнего 2-0. Внимание всем. Поступили сведения, что объект направился на юг. Повторяю, направился на юг. О, неужели, блин? В принципе, можно было до 4-го статуса и в городе позалипать. 10:33. Я повторяю, все срочно сюда. 10:4, дельта 8. Касание. Так. Нарушение вообще как нихер делать. Так, статус 4, поехали дальше. Внимание всем, погоне присвоен статус 4. Повторяю, он не остановится. Необходимо применить силу. Иду на 10:41, возможно удар. О, вертушечка. Сука, страшная. Так, было касание? Нет, не было, охуенно. Пилим дальше. Да, конечно, сейв был достаточно лютый, но надо пилить, ребятки. Надо пилить. И как ножичком срезаем урода с трассы. Ладно, пора лупить дальше. Так, вертолет и еще один урод сверху. Тук. 10. И всего один фраг? Чего, блядь? Тук. Еще одного урода превратили в кашу. Блядь. Слишком узкий участок, но лучше будет объехать. Так, минус верт. Ходу, ребятки. Похоже, сам он не остановится. Так, попробуем 10:75, если догоним. Так, запускаем белку-летучку. Сука, страшная. Еще один пиздюк. Свет. Той дедкори, что происходит-то, блядь? Блядь, да как так-то? Лицевые анимации выше всяких похвал, конечно. Похуй, заплачу аналом. Блять, X1. Сука. Ладно, попробуем еще разок.
секунду. Объект зеленый Астон Мартин. Скорость выше. Столкновение с экипажем. Объект уходит. 1087. Так, нам надо на автовокзал. Позалипать там некоторое, может быть, даже и попиздеть. Во всем, сука, ни о чем. Вас поняли, Чарли 23. Подкрепление уже выехало. Я думал, он сама выебется. Да съебись ты с трассы, ты дебил, блядь. Так, закуриваем. Вижу его. Предупредите всех ближайших. Необходимо прочесать район. Снова вижу объект. Веду его. Ждем. Чего, блядь? Он что, самовыпилился? Заметьте, я его не касался даже. Чарли 23, сообщите последние данные. Короче, я пока покурю. Без изменений. Нарушитель пытается скрыться. Конечно, говорят, что don't drip and drive, но тем не менее. Делать мне уж нет. Внимание всем патрульным. Я потерял объект. Вот он! Вот он, вот он, нахую намотан. Два. Продолжаем ждать. Сука, я хотел мышью покрутить, типа осмотреться. Чего, блять? А, там пробочка, я ебал. Не, пацаны, я в рот ебал в пробках стоять. Не могу засечь его. Отбой. А мы, блять, подождем. Он недалеко. Да, снова в поле зрения. Преследую его. Перед тем, как скрыться, нарушитель ехал на восток по 99-му шоссе. Ну неужели ты меня заметил? Дебила кусок. Да какой кружить? Я так вперед-назад чуть-чуть делаю и все. Ну. Высылайте патрули на границе. Вот долбоеб, а? Ага, вот он. Вот три. Я тут, походу, обкурюсь, пока их жду. Чего? Вовремя я камеру переключил. Ёх! Блять, это надо было видеть. Внимание, прикрытие. Эй, ты! Да, ты, слышь? Нигер, я к тебе обращаюсь. Сука страшная. Святой дедкорий, блядь. Так, статус 2. Интересно, удастся ли мне также пробить полностью третий статус? 3. Ну, блядь, потому что... Делаем ставки, сколько мы выдержим, не съезжая с этого пилона. Он продолжает кружить по депо. Да это мы уже слышали. Скажи что-нибудь новое, дебилушка. Визуального контакта нет. А это ушел ты убою. Объект скрылся. Окружайте мой квадрат. Угу. Я вообще-то никуда не девался. Внимание.
внимание. Вот вы куда-то уехали, вот это большой ваш вопрос. По 99-му шоссе. Принято решение оцепить район. Уточните координаты точки. Оставайтесь. Отбой, мы его нашли. Повторяю, нашли. Я никуда и не девался так-то. А, пидор. Грязный. Иди отсюда, пидор грязный. Да блять! Пацаны, вы серьезно? Он прямо подо мной, что ли? Да святой же ты, дедкорий. Информация для участников погони. Код 6 двигался на восток, по 99-му шоссе. Сука, я встрял. Выезды из района будут перекрыты. Бабах! Вот он, второе касание. Он вернулся, нас нажал. Да я вроде как никуда с него и не уезжал. Ладно, блядь. Ждем далее. Он дебил или где? Ага, вот он. А, сука. Блядь, это уже начинает превращаться в какой-то фарс-сюр. Пока ножки я разомну. Диван мягкий, но все равно сидеть неудобно. Ну и долго ты там ждать будешь, дебилушка. Я уже почти 6 минут, блядь, просто стою. Опять. Объект двигался на восток, по 99-му шоссе. Указанный район будет оцеплен. Код 6 не отменять. Да где ты, сука? Внизу, что ли, куришь? Диспетчер, это Сьер-1. Высылайте 1085. Я одна в районе. Сука. I'm motherfucking stuck. А, хуй тебе. Это что было-то? Четыре. В принципе, уже можно начинать жогово, но мне все равно скучно. Жих! И втопил. Похуячил по холодку. А? Вертоль, неужели, блядь? Хоть не придется съебывать, куда попало. Орел. Ой, камеру трясет. А, вон он где. Мы не прекращаем наблюдение. Если ситуация изменится, сообщим. Я обстаю, пацаны. Так, машина наконец-то. Но сейчас чувствую, меня заедят. Снова автовокзал. Не снова, а опять. О, здорово, копать. Он меня выпихивает. Пидорюга. О. А вот это был уже красивый прыг. Да я вроде никуда с него и не свалил. Да сука. Зато перевернул одного. А вот теперь, в принципе, объект можно и заюзать меточку. Я вот одного не понимаю, почему в этих катсценах машины всегда одни и те же. Еще заход. Хуйте в руку. Идет с превышением. Сейчас он ускользнет от меня.
Объект вне поля зрения. Кто-нибудь видит его? Так. Перчим. Перчим. Я постараюсь перехватить его впереди и остановить. Внимание всем постам. Все свободные машины в мой квадрат. Принято. Вера 16. Подкрепление уже выехало. Блять, не получилось. Думал, по касательной пробить, а получился обход. Ну да хуй бы с ним. Блять, ни черта не вижу из-за темноты. Ву-ху! Чего? Один лежит. Первый фраг, кстати. First blood. Продолжаем топить. 4-4. Придется прекращать эту игру в кошки-мышки. Я уже лечу на честном слове. Объект, держите в эту игру, выходите из машины. Да мать же ж твою за ногу-то, а! Чё-то мы очень часто стали распопливать. Объект задержан. У меня последняя метка осталась. Диспетчер, Дельта 20. На, скот. Так, попробуем в обратном направлении. 10-4, выполняйте. Священный этот корей. Преследуемый увеличивает расстояние. Я могу потерять его. Угу. Сейчас, сначала догони. Педрильен, блин. И есть переворот. Продолжаем гнать как черти. Так. Было немножко неудобно, потому что я ударил в капот. Ну да ладно. Если мне удастся нагнать его, я его приторможу. Пока что отбой. Угу. О, сразу двоих. Не шлабо. Не шлабо. Еще 4 сегмента осталось до пятого. О. Вот там начнется лютый пот. Поэтому я просто сижу и морально готовлюсь. Оказывается, пятый рейд набить не так-то легко. Бум. Объект
Интересно, успеем за 2 минуты? Блять! Святой Дед Корей. Да как так-то? Им пизда. Так, минус 5, едем дальше. Да я его уже прошел так. И еще один. Есть охлад. Второй круг. Что-то не везет мне на долгую и нудную бойню. Я даже ни одного парня не закрыл, охуенно. Так, походу прям по курсу пидор. Вон он, скотина. Здорово! Ну наконец-то! Ах ты петух! Сзади подкрался. Все-таки он меня перехватил. Спиннер 4,8, ребятки. Скоро будут корветы. Первый сраный раз в первом сезоне РКП. Я взял еще левее. О, еще какой-то парень выиграл. Охуенно. Сорок секунд. Успеем? Или подкреп все-таки приедет в сокращенном составе? Двадцать три секунды. Нет, не успеем. Блять, не дали поехать в нужную сторону. Вот суки. О, скоро шевики подтянутся. Точно, я думаю, ничего, все еще понтиаки. Что? Чито? Вылет? О, my fucking god. Ладно. Сделал вид, что так и должно было быть, поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, до скорого.